Собранное утро, встаю, как бы иду в мастерскую, беру молоток, начинаю ковать, видишь, что-то получается. Вот, например, я думал о романе «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Вот я думал, как я сделаю это? Воланда, кота, бегемота, Маргарита, которая вылетает, допустим, из окна летит и так далее. Ну, ничего я. А есть такая работа, которую ты недавно сделал сам? В этом году что-то сделал? Есть здесь? Может, какая-то работа? Или какая-то наиболее такая? Ну, не знаю, наиболее свежая, трудно сказать. Ну, вот, допустим, работа есть. Вы расскажите, да, а мы потом с ней. Да, ну, хорошо. Это вот посвященная Пикассо. Был такой художник, жил во Франции. Я его очень люблю. Может, и вы слышали о нем. Эта работа недавно сделана. Я думал, как это сделать. Думал. И вот додумался до такой вот абракадабры, который. А технически сколько времени выполняется? Технически, ну, по-разному. Там работу можно сделать за неделю, если все идет гладко. Но не всегда все получается. Делаешь, целый день делаешь и думаешь, какой же я талантливый, как гениально у нас все получилось, какой я молодец. А на следующее утро приходишь и думаешь, чему ты, старый дурак, радовался, и все ломаю. Наверное, последний вопрос насчет сотрудничества с детьми, как вы детям там помогаете, критикуете, они вас как воспринимают? Особенно ну, дети всегда критикуют родителей, естественно. Ну, я стараюсь как-то внести в этот мир, в эти диспуты. И стараюсь, может быть, помочь в чем-то, как и положено, старикам помогать молодежи. А построили какой? Они похожи на вашу работу? Да, похожи. Вот там вы работы скульптуры Маши Волковой, они похожи. Но сын Ваня Волков старше, он ювелир. Свое, как бы. А внук Иван Волков, он делает тоже и скульптуры, и живопись. Все по-разному, все похожи. Все нормально? Ну, возьмем буквально там секунд по 10, по 15. Вот, да, ну вы пострижете там все, что косноязычие какое-то. Да. Хулиганство.